В рамках соответствующих программ по благоустройству территории по всей стране заметно преобразился внешний облик городов и сел, махалей и улиц. Отрадно, что при этом отдельное внимание уделяется отдаленным регионам. Продолжим на примере Хорезмской области, где в городе Ургенче провели реконструкцию набережной канала Шовот и прилегающим к нему территориям. Работы по благоустройству и озеленению на 14-километровом участке канала Шовот, пересекающего центр города Ургенч, изменили облик территории. На 50 гектарах были высажены саженцы плодовых и декоративных деревьев, установлены осветительные приборы, скамейки, словом, все для комфортного отдыха жителей. Также отремонтировано 2,5 километра дорожек. В рамках визита в нашу область глава государства выделил 10 миллиардов сумм на создание музеев Лазги и Авеста. В скором времени они начнут свою деятельность на этой территории. На данный момент планируется создание аллеи великих ученых. Это также поспособствует росту туристической привлекательности. Также заработают гастрономические улицы и уже созданы около 50 точек обслуживания. Занятия спортом и ходьба полезны для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Физическая активность также улучшает кровоснабжение мозга. Ходьба – эффективный способ сбросить лишний вес. Соотечественники, которые это хорошо понимают, выработали привычку гулять каждое утро и вечером. Мне 75 лет. Каждый день просыпаюсь в 4:30 утра и выхожу на прогулку. Прохожу как минимум 10-20 тысяч шагов. По инициативе главы государства были проведены масштабные благоустроительные работы. Создан сад, где растут сотни декоративных растений. Ночью можно увидеть парк, усыпанный мириадами огней. Играет приятная музыка. Все эти изменения, конечно же, произошли благодаря особому вниманию руководителя страны. Вечером территория вокруг канала Шовот снова наполняется людьми. Удобное место для прогулки. В городе также развивается культура пикников. Оживленная атмосфера в этом адресе – признак нового образа жизни жителей Нового Узбекистана.